«Все для победы». В России запустили масштабный проект по поддержке бойцов на передовой. Сбор средств организовал Общероссийский народный фронт. Чувашия не осталась в стороне и поддержала добрую инициативу. Собранные средства пойдут на закупку снаряжения и техники для нужд военнослужащих. Сделайте свой вклад в победу. Правительство и жители Чувашии всячески поддерживают бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. И сегодня мы, продолжая эту хорошую традицию, на национальном радио Чувашии проводим радиомарафон «Все для победы». В радиомарафоне участвуют представители разных профессий, и военные, и служители церкви, артисты, и простые жители Чувашской республики. Радиомарафон длился 4 часа. На нем затронули вопросы, связанные со специальной военной операцией. ОНФ организовал телемарафон «Все для победы» для поддержки мобилизованных граждан из Чувашии и для поддержки всех участников спецоперации. На этом портале «Все для победы» вы можете отдельно выбрать, кому вы хотите помочь и чем вы хотите помочь. Мы хотим собрать пакет помощи, куда входит внедорожники, автомобили повышенной проходимости, специальная оптика, тактические рюкзаки. Во время радиомарафона на экранах национального телевидения можно было наблюдать QR-код. Желающие могли отсканировать его и перевести деньги. А тот, кто не успел, может это сделать на сайте победа.онф.ру. Милена Алексеева, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика.